если я здесь, смотрите, вы рвете просто. По сопромату, вы силы не проносите через прямого. Так я работаю не вот этим углом, а я вот здесь там работаю. И опять, это точка опоры. Я ухожу под эту точку опоры. Дави. Хоть повисли. Такого неожиданного. Видите, что? Видите, что идет? Вообще все другое идет. То есть надо немножко себя уважать, понимаете? Не геморрой себе зарабатывать, проблем с какими-то. Потом на таблетке сидеть, а немножко себя хоть чуть-чуть. Вот это и есть первый круг внимания. Кто же я на самом деле, поймали?